И всем-всем привет, с вами снова Кирилл Бон, и сегодня мы распакуем вот такую вот лего-покупочку. Здесь все лего-классик. Давайте сначала начнем с лего-пластины. Она вот она. Мне можно много всего ставить. Давайте я сейчас ее раскрою и вам покажу. И вот я раскрыла эту пластину. Она вот такая вот, и мне нужна для моих лего мультиков. Вот такая она. Для моего мультика «Вася худеет Джонни». Обязательно его смотрите. Выходят новые серии. Вот. Мы ее распаковали. Давайте теперь начнем с больших коробочек лего. Вот. Это самая маленькая моя коробочка Лего Классик. Давайте ее сейчас мы раскроем. Вот. Все. Мы ее раскрыли. Вот. И давайте откроем это волшебство. Ух ты! И там нас ждет первый пакетик Лего с белыми, с коричневыми, в таких вот нежных тонах, пастельных даже, можно и так сказать, оттенках детальки. Второй пакетик. Здесь уже более розовые оттенки. Третий пакетик. Здесь зеленые, фиолетовые и синие детальки. Вот такие вот они интересные. И еще здесь есть инструкция левская. Давайте ее рассмотрим. Это все можно здесь сделать. Вот здесь можно сделать барашка, цветочек, домик такой вот. Или можно представить как цветочный магазинчик. Вот. Можно сделать самолет или вертолет, как вы представите. Можно сделать карандаш с точилкой. И можно представить и с ластиком. То есть по вашей это все фантазии. Как хотите, так и придумывайте. Вот. Первую коробочку мы раскрыли. Оказалось, три пакетика и инструкция, как во всех лего-коробочках. Давайте приступим дальше к чемоданчику лего. Вот. Мы ее сейчас возьмем и раскроем. Здесь у нас есть скотч. Очень много скотча. Так. Сейчас я сниму эту картонку отсюда. Нас ждет такая красивая коробочка. Вот она. И здесь можно вот это вот все сделать. Вот здесь написано Лего. Давайте раскроем. Ну и здесь, конечно, у нас идет скотч. Очень много нас ждет всего. Первое — это черные, белые и серые детальки. Второй пакетик — это красные, бежевые, коричневые детальки. Здесь уже синие и фиолетовые. Желтые и зеленые. Можно представить, что это будет зелень. Лего-пластина. И инструкция. Вот. Это вот все можно сделать. То есть вот это. И нас еще здесь ждут вот такие.
такие вот перегородочки, которых можно ставить вот сюда, чтобы размещать детальки, и они не путались между собой. Можно их поставить вот так. Вот. Так вот. И вот так. Можно как-нибудь по-другому. Вот так. То есть на вашем усмотрении. Как вы хотите, так и делайте. Для того и есть Лего Классик. Давайте поднимем все пакетики. Вот. Этот чемоданчик мы распаковали. Вот. Давайте приступим к большой коробочке. И нас ждет вот эта вот большая коробочка, в которой можно сделать очень много всего. Паровозик, цветочек, крокодильчика и так далее. Давайте сейчас ее распакуем. Значит, вот. И его откроем. Вот так она выглядит. Вот. Вот она, Лего. Здесь нам дается Лего-пластина, как всегда. Вот такого вот размера. Дальше. Зелененькие детальки. Черные и серые детальки, в которых есть очень много колес. Вот, посмотрите. Оранжевые детальки и желтые. Розовые и фиолетовые. Синие и голубые. И красные и коричневые. Вот. И у нас здесь есть, как всегда, инструкция. Можно здесь сделать паровозик, мельницу, машину, привидение. Ну, то есть очень много всего. Вот. Вот. И здесь другие наборы Лего Классик. Смотрите, и мы только что вот этот тут набор распаковали. Вот. Здесь оказалось у нас 6 пакетиков. Смотрите, сколько много. Аж 6 пакетиков. Вот. И видео подошло к концу. И у нас всего получилось 12 пакетиков, 3 лего-пластины и 3 инструкции. Вот какая у нас большая посылочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите новые мультики в гостях у дяди Джонни. И всем пока-пока. До новых встреч.